elbow deep with a brand new bitch in the back of the club with the god boy fit. I stop seeing for high. Привет всем подписчикам! Сегодня хороший день, так как мы будем снимать про новую тренировочную базу, которую построил и продвигает мой друг и приятель Игорь Шаров. Сегодня он у меня в гостях, и он начнет все рассказывать, как это начиналось, как это будет продолжаться и как это будет развиваться. Всем поприветствуем его. Друзья, всем привет! Находимся в Крыму, на берегу моря. Все за мной, я начинаю свой рассказ о нашем проекте Крым Пойнт. Let's go. Друзья, всем привет еще раз. Ну, начнем с преимуществ нашего кемпа. Вот, я хочу быть с вами честен и откровенен, чтобы вы не питали никаких иллюзий по поводу всего этого. Вот, есть плюсы, есть минусы. Коротко, по порядку, сейчас я вам о них расскажу. Вот. Один из главных, наверное, наших плюсов, то, которое есть у нас, это то, что мы находимся на первой линии, береговой линии моря. Вот. Выходя из балкона вашего корпуса, номера, перед вами открывается прекрасный вид на песчаные пляжи Черноморского побережья. Начнем с того. Здесь у вас есть отличная возможность проводить зарядку, то, что и делают ребята каждое утро. Вот. Вы можете здесь это делать со спортивным инвентарем, можете брать с собой сапы. К концу сезона я приобрел несколько сапов, то, что нужно, как правило, часто на зарядке. Вот. И это один из важных и главных, наверное, наших плюсов. Ну, пойдем дальше, я буду все коротко вам рассказывать по порядку. Вы смотрите, делайте выводы, делайте для себя, принимайте какое-то решение, атлеты, тренера, какая возможность есть у вас, куда поехать и где тренироваться. Поехали! Друзья, итак, коротко о нашей базе. Наша база находится на двух территориях, которые находятся через дорогу друг от друга. На первой территории размещены двухэтажные корпуса. Вот два корпуса стоят со своей зоной. Есть зона барбекю, где можно хорошо, душевно пожарить шашлык вечером, посидеть, послушать музыку. Вот, ну, можно сказать, культурно отдохнуть. Вот у нас свой выход на море. Сейчас уже сезон закончился, конечно, нет таких ярких красок. Вот, но все равно лучше, наверное, чем там, где холодно. Напомним подписчикам, что мы снимаем в октябре, скажи. Да, ребят, напоминаю, сегодня у нас 9 октября. Сегодня у нас 9 октября. Этот год, на самом деле, в отличие от всех остальных, очень холодный выдался. Вот, ну, ничего страшного. В том году в это время мы купались, была комфортная теплая погода, мы купались в море. В этом году немножко прохладней. Ну, надеемся, что следующий год будет теплым. И если вы приедете в октябре, вы сможете еще покупаться на море, отдохнуть, хорошо потренироваться. Так, Игорь, по поводу трансферов расскажи. По поводу трансферов, по прилету в Симферополь, в аэропорт, вас встречает комфортабельный автобус на 19 мест, последний Мерседес, красивый, с фонариками, с лампочками, поэтому ваш прилет и приезд на базу будет комфортным. Это начало.
Сейчас куда мы проходим? Сейчас мы идем вдоль моря, идем на вторую территорию. Или можем зайти посмотреть номера. Да? Думаю, зайдем посмотрим номера, да. Потому что многие должны понимать, за что платят. Да. Так как мы сказали, обзор будет честным, а показывать все будем так, как есть, чтобы потом ни у кого не было никаких вопросов, за что он платит. И цена соответствует именно тому, что мы предлагаем. Хочу сказать, раньше здесь стояли старые одноэтажные корпуса. На самом деле это база отдыха, она существует уже много-много лет. Ну вот мои товарищи предоставили мне такую возможность разместить здесь спортивную площадку, за что им огромное спасибо. Вот. Сейчас мы посмотрим номера. И когда вы выходите на балкон, на самом деле вид с балкона очень потрясающий. Перед вами крымские сосны. Вот. За забором у вас море. Здесь есть специально обученные лебеди, которые вас встречают каждое утро. С мая месяца здесь начинает работать кафе. Вдоль набережной стоит ряд пансионатов, санаториев. Вот. И на каждой территории есть кафе. Ну, не Европа, конечно, ребят, не Сочи, но все равно есть куда пойти, где выпить кофе. Кофе можно посидеть, что-то скушать, отдохнуть. Вот. Главный плюс здесь? Да, главный плюс здесь — это море. Также здесь есть пару детских площадок. Вот, по крайней мере. За твоей спиной мы видим площадочки, качели. Да, есть. Спокойно. Родители могут посидеть и дети могут поиграть. Большой плюс того, что пока муж тренируется, жена может спокойно с детьми побыть на море. И также она спокойно может смотреть с балкона, как дети играют на песочке. Сейчас мы с Игорем направляемся в отель. И все спортсмены и участники кемпа располагаются. Мы все честно снимем, все честно покажем. Еще раз повторюсь, для того, чтобы иметь понятие, какое это. А, Сиран, привет. Слушай, открой, пожалуйста, а мне знаешь что, у тебя есть ключ от корпуса? Нет. Дай, нам надо поснимать, а там номера же открыты, по-моему, Лариса говорила все. А? Тебе пирожки везут. Кто везет? Вон. А, да ладно. На продаже. Мы на территории нашей базы. Посмотрите, где расположены два корпуса у нас жилых. Вот. Пошлите, я вам все покажу. Летом здесь довольно-таки неплохо, зелено. Вот. Ну и сейчас даже видно. Да. Вот, пошли, Рус. Это один корпус у нас. Вот территория, это второй корпус. Летом здесь все красиво, все цветет. Ну, до сих пор вон розы еще цветут. Вот, все достаточно зелено. Здесь у нас лобное место, если что. Обсуждают, да. Обсуждают, наказывают. Вот, ну, пошли в корпус, наверное, покажем номера. Пойдем. Так, вот это, как я понимаю, все здесь накрывается. Да, здесь накрывается, здесь стоят шезлонги. Да, здесь накрывается, стоят шезлонги, люди отдыхают, если не хотят выходить туда, например. И вот через эту калитку. Да, мы выходим. Выходим. Да, они выходят прямо на пляж. Хорошо. Сейчас мы туда направляемся. Сейчас мы идем в корпус, смотрим номера. Пойдем. Так. Сейчас посмотрим, Рос. У нас есть. А, давай. У нас здесь есть два выхода. Один выход ближе к морю, который к забору. И второй выход со стороны двора. Мы зайдем потом со стороны двора. А сейчас вот тропинка, которая у нас выходит к морю. Так, смотри, Игорь, по поводу цены мы все потом распишем и покажем, что как. Цена будет у нас прайс на проживание.
Цены на проживание устанавливает администрация базы, да. Я к ценовой политике, ребят, не имею никакого отношения, чтобы вы понимали. У меня здесь направление спорта, питание, проживание, но, к сожалению, это не моя история. Но все равно... С вопросами, Игорь, сделай подешевле проживание. Да, к сожалению, да, здесь не смогу ничем помочь, потому что, ну, я не влияю на ситуацию финансовую в плане размещения и проживания. Вот. Так, Игорь, сейчас я так понимаю, это у нас второй выход или основной? Нет, это у нас второй выход летом. Он здесь открыт, чтобы не обходить корпус. Вот ребята выходят прям из корпуса и идут к калиточке. Забор весь красивенько у нас цветет, это роза у нас вьющаяся вдоль забора. Вот. Ну вот, в принципе, роза. Мы здесь находимся уже с ребятами 10 дней, приехали на разведку. И точно так же я в мае буду набирать сюда кемп, цена будет доступна. Так что все пишите, бронируйте места будут ограничены. Да, вот выход у нас из корпуса калиточки. Ходить, Игорь, будем с той стороны? Да, пойдем, зайдем с той стороны. Сейчас поснимаем балконы. С той стороны зайдем. Вот, я тебе потом покажу. Там на нашей площадке, что я хочу сделать, ну, на тренировочной. Там будет зона отдыха. Дальше у меня там будет щебень такой. Набросаем для декора больших камней каких-то. Ну, так, в принципе, будет. Должно быть симпатично. Я открыл. Да, спасибо. Будешь ходить, крикнешь, что ли? Хорошо. А балконы здесь у нас не маленькие, большие, комфортные. Вот, между номерами стоят перегородки на балконах. Также это у нас вид на парк. Вот. Периодически здесь забегают белки. Да, лично видел белки. В номера. Да. Ну, сейчас так как, ребят, сейчас так как уже сезон у нас закончился, да, они консервируют все корпуса. Может, нет такого вида, как бы внутри, какого хотелось бы нам приличнее. Но сейчас мы посмотрим то, что. Да, из людей сейчас здесь только охранник. Да. Вот. Отель живет своей жизнью. Людей, да, здесь нету, так что снимаем все как есть. Заходим. Да. Да. Это у нас холл. Сейчас уборка, они все убирают из номеров, складывают. Вот, ну, два этажа, первый этаж и второй. Ну, пошли, давай. На первом этаже покажем номера, какие вот они у нас все открытые, мы прям можем заходить. Это у нас первый номер, он здесь ближе к выходу, он без балкона. Вот, ну, номер большой. Ребят, не 5 звезд, это... Нужно понимать, что это у нас... 2-3 звезды, потому что, ребят, скажи еще раз, что этот проект, да, изначально делался для, да, спортсменов, для людей, которые едут привести себя в форму, которые платят за тренировки, да, а не за 5 звезд, да? Да, поэтому если кому нужно 5 звезд, мы можем здесь... Да, можем расселить. Расселить. Я уже тоже смотрел все это и видел. С первого этажа открывается вот такой вид, здесь обычные окна. Не панорама. Да, ну, в каждом номере есть телевизор, кондиционер, холодильник, ванная комната с душевой кабиной. Давай. Чистенькие туалеты. Вот, ну, сейчас. В будущем... Все как есть, ребят. Сказали, что будем снимать честно. Снимаем, поливаем, все честно. Так, погнали. Давай, сейчас у нас не так много. Пойдем. Давай, сейчас. Это, давай мы покажем. Вот это у нас номера с балконами. Мы выйдем, у нас тут просто есть полуторная кровать, и есть двуспальная кровать в номере и диван, который раскладывается. Так что, например, грубо говоря, в сезон, давай так скажем, ценник в сезон вот едут муж с женой и ребенок. Да, муж с женой и ребенок. Двое детей. Да, здесь вы можете спокойно разместиться. Вот у нас балкон. Это первый этаж, вид на море. Большие балконы здесь выносят стол, стулья, где вы спокойно можете посидеть утром, выпить кофе, почитать книжку, поковыряться в интернете. Стоят сосны, растут рядом. Я думаю, запах здесь шикарный. Летом здесь вообще потрясающе. Так.
Ну, пойдем. Сейчас мы пройдем с тобой на вторую, да, Саш? Давай еще, сейчас вид у нас будет на парк, это другая сторона. А прямо заходи. Также здесь мы показываем опять туалет. Ну, что нужно спортсмену на самом деле, если ты приехал, да, тренироваться? Была хорошая вода, вот, чистенько, чтобы упирали, и, ну, и, в принципе, да. Обед, так. И хорошо здесь все. Да. Ну, давай, преувеличить не буду, там две звезды, но нормально, самое главное, есть кондиционер. Да, здесь звезды? Ну, да, две звезды, так, вот, хорошо. Поэтому. Так, а это мы выходим, балкон у нас именно. Да, это балкон во двор у нас. Да. Вот, номера эти, наверное, они подешевле стоят, да? Или так же? Эти подешевле, чем с видом на море. Ну, там разница небольшая. Небольшая. Да. Да. Перегородочки у всех такие. Так что так. Все. Пойдем, да. Сейчас поднимемся на второй этаж, посмотрим вид со второго этажа. Работает интернет. Так, нам тут. Да, все правильно. Ну, здесь, на самом деле, в Крыму вообще, на полуострове у нас такая связь, она оставляет желать лучшего. Поэтому здесь рядом у нас еще... ладно, не буду. Я хочу сказать, что не так, что здесь рекламы. Да, ну, мы сделаем на следующий год. Здесь мы закупили новое оборудование для интернета. Все-таки будет, должно быть еще лучше. Вот у нас здесь просто рядом, ну, недалеко есть военные, которые нас охраняют постоянно. Спасибо им огромное. Вот, берегут наше спокойствие. Вот. А, поехали. Вот номер на втором этаже с видом на море. Двухспальная кровать, диван, телевизор. Это номера первые, которые к лестничному маршу, ко входу. У них здесь балконы небольшие. Вот. Сам номер побольше, но балкон небольшой. Мы сейчас пойдем, где вот все остальные. Таких номеров у нас два номера, на самом деле. А дальше, вот смотри, мы зайдем в следующий номер. Ты все посмотришь. Вот, ну, вид, вот прямо у тебя забор, набережная, пляж. Песочный пляж. Да. Для детей здесь вообще просто, ну, отлично. Песчаное дно, оно сразу не глубоко, потихонечку, постепенно, все глубже, глубже и глубже. Поэтому деткам здесь и купаться, и играться, и загорать. Ну, супер. Пошли, вот следующий номер у нас. Это номер у нас, ну, это большой, я не знаю, это прям, это... Есть такие нюансы, ребят, сразу, да, покажу, вот, чуть-чуть бывает, в каких-то номерах сдувается как-то пол, но... Да. Ну, это от того, что здесь просто зимой влажность, да, поднимается? Да, ну, здесь нет, еще не провели газовое отопление, здесь ребята занимаются этим вопросом, все не так-то просто, как и везде, на самом деле, вот. Ну, в будущем, в дальнейшем сюда проведут газ. В планах здесь сделать, отремонтировать номера. Да. Да. Будет гораздо лучше. Так как мы с тобой ходили уже, да, мне очень понравился номер. Жалко, что не с видом на море, да, давай мы вам покажем. Интересные потолочки там, как шале сделаны. Любительное, да, дерево. Ну, вот, да, вот смотрите, ребят, да, это номера с видом на парк у нас. Сейчас я включу свет. Да. Да, приятная крышка здесь, она чуть-чуть под уклоном, вот таким, да? Да, это сторона у нас, второй этаж, сторона, которая на парк у нас выходит. Вот, пожалуйста. Здесь у нас большие балконы, они везде. Тут только несколько корпусов с маленькими балконами, ну там два или три номера с маленькими балконами. А так везде все номера у нас с большими широкими балконами. Это вид на парк. Вот. Ну и пойдем посмотрим с видом на море. Вот. Ну, на самом деле, не совсем все плохо, более-менее нормально, уютно. Вот.
Вот, ну вот, давай сюда, это у нас. А, нам надо, знаешь, что, где полуторная кровать, Рус, показать. Здесь еще. Более, да. Да, нам надо показать еще, где у нас номера с полуторными кроватями. Потому что у нас ребята заезжают. А, вот, ну давай, вот. Это у нас вид на парк. Это тот, кто, например, это когда люди незнакомые, да, да. Живут, чтобы было подешевле. Да, ну. Такой вариант, значит, они скидываются за номер. Один спит здесь. Другой спит здесь. Да, у нас, да, у нас всегда есть третье место, оно дополнительное место считается. Можно, если там и ребенок, можно и ребенку кровать поставить, угу. Детскую. Вот, оно... Платят они как за двоих, а третий тоже. Нет, они платят за двоих, а третий в полцены у них. Угу. Да. Ну, то есть любое дополнительное место там получается полцены. Полцены, хорошо. Да. Слушай, ну... здесь только сам. Да, здесь да. Ребята, вот такие же потолочки. Потому что вот эти потолочки, чтобы вы не задавали вопросы. Они находятся там, где вид в парк. Вид в парк. Вид в парк. Вон, видишь, собаки там вообще сидят. Собачки. И отсюда вот видно тоже набережную. Кафешки. Все дела. Вот, вот там, значит, если вы туда пройдете дальше, я уже там был, там очень красивая гостиница. Можно поделать как переходочки. Вот. Есть. Также, я думаю, можно, наверное, взять в аренду и в теннис поиграть. Большой корт, да, у них там есть. Да. Или это да. Для жителей только? Ну, для жителей, но в принципе там можно, можно поговорить, и я думаю, что там можно с ними договориться. Чтобы он сейчас не оказался, так что мы скажем, не скажет, как его корт обещали. Ага. Так, что, да, здесь по номерам? Да, ну все, по номерам вроде все. Так же, ну вот у нас. Так, ребят, и еще сейчас мы вам покажем отдельные варианты домиков. Вот, это дорогой такой вариант. Отдельные стоят домики. Которые ребята все построили не так давно. Да, вот у нас там. Да, вот. Чик. Народ есть, приезжает, чтобы погулять, подышать воздухом, как говорится, море. Да, ну с мая на Майске, как правило, погода хорошая, народу уже здесь достаточно, приезжает, потому что майские праздники здесь и барбекю, и уже заселяют. Показывать домики? Да, пошли пока посмотрим домики на вторую территорию. Они у нас находятся на второй территории, там у нас находится... Площадка, столовая и семейные домики. Давай скажем так сразу. Ребят, вторая территория, она облагораживается из таких полноценных построек. Да, там, это уже именно тренировочная база. Тренировочная база, столовая и семейные домики. Uh-huh. Но сейчас ребята еще достраивают домики. Вы увидите проект. Да, мы его прикрепим, как все будет в будущем у нас, вот, и с Божьей помощью все мы сделаем. И еще что-то я хотел сказать, забыл. А, еще большой плюс, что на второй территории для спортсменов уже есть баня. Да, у нас. Мы уже покажем. Да, мы покажем, мы ей пользуемся. Деньги вы покупаете, все это разумно, стоит это 4000 рублей. Нет, 1500 рублей час. Час, да? Да, 1500 рублей час и все. Ну, плюс там, если там по желанию заказывайте веники, вам приносят веники. Вот. Все, пойдем. Поэтому... Сейчас мы снимем домики и баню, если успеем. Пошли. Давай. 61-й с территории, где находится у нас двухэтажные корпуса. Сейчас мы идем на вторую территорию, где находится площадка, столовая и домики. Находятся они друг от друга, вот прям буквально через дорожку. Пошлите. Ну, поменьше. Вот аллея, которая идет у нас вдоль нашей территории. Там столовая. Вот. Ну, а это наша вторая территория. Она у нас закрытая, под охраной. Если вы приезжаете на своем транспорте, вы можете быть абсолютно спокойны. Мы его загоняем на территорию. Пошли. Вот. Ну, такая. Здесь мы планируем, здесь мы все усадим цветами, будет красиво. Вот. Забор у нас пока временный, этот, не обращаем на него внимания. А домик или площадка, Руслан?
Да, давай покажем всю территорию. Вообще. Ну, пошли, давай. Мы снимаем честный обзор, мы показываем все, как есть. Давай. Сейчас мы... вот здесь у нас баня в торце. Ее мы покажем потом. Да, зайдем. Сейчас мы банчика только найдем, разбудим. Так, давай мы обойдем вот здесь. Ну, пошли. Давай. Ребят, как раз вот сейчас с правой стороны, покажи. Вот, ребят, с правой стороны у нас площадка. Сюда этот шатер. За забором. Угу. Хочу сказать, что в Инстаграме он выглядит намного меньше, чем в реальной жизни. Все это выглядит таким образом. И позже, Игорь, скажи, что позже ты расскажешь именно про шатер. Да. Ребят, чуть-чуть позже, сейчас, как мы посмотрим территорию, посмотрим домики семейные, вот мы зайдем на площадку, и я вам все о ней расскажу. Ребят, возвращаемся к нашему разговору. Значит, вот у нас площадка наша спортивная. Мы зайдем на нее, я вам расскажу чуть позже. Рядышком столовая, где питаются атлеты. И... Пойдем поближе. Помни, да, что у тебя там один микрофон, да. Вот. Ну, сейчас там все убрали, сейчас мебель сдвинули. Ну, пойдем просто покажем, обещали все честно снимать. И просто пустой зал. Вот. Все уже закрыто. Здесь у нас, здесь будет у нас заборчик, там мы сделаем большую песочницу для детей, потому что очень много приезжают с семьями, и когда тренируются ребята, дети у нас здесь кружат везде по площади. Скажи момент, как так, вот через стекло там все видно, выдача, здесь столики стоят, большие окна. Расскажи момент, значит, с едой как обстоит. Ну, с едой обстоит более-менее нормально, но везде есть свои минусы, приходится дорабатывать, подрабатывать. Есть, конечно, и проблемы, да, проблемы, допустим, в этом году у нас была проблема в плане того, что ребята открыли столовую поздно, в середине июня, а если здесь ты не набрал персонал до конца апреля месяца, как правило, в мае месяце ты уже не наберешь, и у нас была проблема с персоналом. Вот, ну, я думаю, мы на следующий год это все исправим и решим. Заранее ребята подберут персонал, и я надеюсь, что с едой у нас проблем уже не будет. Вот, ну, были сбои, как везде. Плохо, что это не моя история, это история ребят, они ее ведут. Ну, а я в силу своих, возможностей стараюсь здесь контролировать качество питания, вот, чтобы все было четко сделано. Ну, для спортсмена в этом году у нас здесь есть свои столы. Мы приходим, на нас накрывают, как в детском садике, короче. Трехразовое питание? Да, питание трехразовое. Завтрак, обед и ужин. Вот, на следующий год я немножко планирую поменять вообще систему выдачи еды. У нас будет своя раздаточная линия, будет больше ассортимент. И ребята будут подходить, говорить, что они хотят, им будут быстренько накладывать, и все, и садиться, и кушать. Так, Игорь, все хорошо рассказал. Вопрос по поводу парковки. Вот мы приехали на вот этом минивэне, стоит вот твой крузак слева, и по поводу парковки, если люди приезжают на машине, ты говорил, что ворота закрываются, да? Да, ребят, по поводу, если вы приезжаете на своем транспорте, вы можете не переживать за его сохранность на самом деле. Здесь у нас постоянно ходит охрана. Вот, ходят сторожа, машины мы ставим, вот территория у нас парковочная, ворота на ночь закрываются, вот, ну и все. Так, вот, смотри, там. Сейчас, как и обещали, мы ребятам покажем более дорогостоящий вариант, чаще всего, как я понял из разговора с тобой, это семейный вариант, да? Да, Три домика построили в этом году, три уже были построены. Нет, четыре построили в этом году, в том году три построили. И вот сейчас уже ребята начали дальше размечать. В этом году еще сделают 5 домиков, поставят здесь, может быть больше. Вы потом увидите проект
это и территории, которая здесь будет. Угу. Вот. И как бы должно быть неплохо. На самом деле будут домики, будет посередине бассейн. Угу. Если вы с детками, деткам будет вообще здесь замечательно. Вот. А дальше там у нас в будущем будет большой зал и сэндвич-панелей. 30 на 20, 600 квадратных метров, где можно уже будет комфортно тренироваться и в такую погоду, ну вот, более-менее прохладную. Игорь, смотри, давай, чтобы сразу не уходить, покажем по поводу развлечений, что ты докупил для моря, ребята, тоже у тебя убрано. Есть у нас, в конце сезона я, правда, взял пока 6 сапов, вот. Ну, здесь у нас, я их убрал на склад. Правда, сейчас у нас тут, вот, извините за бардак, да, у нас тут было оборудование, вот у нас сапы. Вот. 6 штук, да, вот это? Да, 6 штук, ну, по крайней мере, там, на зарядку, если команда, даже команда приезжает. По аренде, что, почем будет? Не знаю, я думаю, ну, 400 рублей в час у нас, не, как бы, там, я не задираю цены, ну. Угу. Вот. Отлично. Так, значит, за твоей спиной, давай. Да, сюда. Вот за моей... Домики. Да, за моей спиной стоят семейные домики. Угу. Вот. Мы пойдем к ребятам в домик, зайдем. Да, может быть, там легкий бардак, ну как, да. Спортсмены. Как вы знаете, мы с моими ребятами приехали на отпятый, сейчас наконец-то просто посмотреть, что соответственно для того, чтобы мы сюда тренировки. Еще раз. Игорь, поговори, что наша цель создать в данный момент сейчас тренировочную базу, где люди приезжают тренироваться, а не получать такой прям лакшери отдых, да? Да, ну это основное на самом деле, поэтому я надеюсь, что в будущем мы сюда привлечем еще другие виды спорта, вот, борьбу, тяжелую атлетику, гимнастику, когда построим спортзал. Ну, а по крайней мере для занятий кроссфитом у нас довольно-таки неплохая площадка, да, может там чуть-чуть не хватает еще какого-то оборудования, есть моменты, которые я доделаю к следующему году. Хочу так, чтобы единоразово на площадке могли заниматься, по крайней мере, человек хотя бы там, ну, 40-60 комфортно могли заниматься. Вот. Пойдем, пойдем. Как вы видите, ребята, снимаем одну сторону. Прикольно, ты идешь и слышишь прям камни под ногами. Домики будут вот здесь, станет еще 4 домика. И вот там, где дорога, уже отбили лентой, отбили участок, и там еще станут 5 домиков. Это будет такая как закрытая немножко территория, такая обособленная. Посередине будет бассейн, шезлонги, очень красивая. Цена домик варьируется, да? Варьируется, да. Ну вот база на это, в этом году, на пик сезона, было 4600, по-моему, май месяц был, домики стоили, если не изменять память, 2800. Да, ну то есть цены нормальные, адекватные, по крайней мере. На когда море, здесь уже ты понимаешь, за что ты платишь. Ну да, море вот за забором, рядышком. Да, рядышком вот дворик у нас, там второй выход, калиточка. Если из домика мы выходим, пойдем, зайдем в домик, посмотрим. Димон! Димон! Ну вон там ребята отдыхают. Ага, ну, прям, чуть-чуть, да, Дим, мы к тебе ненадолго, легкие это. Вот домик из двух комнат, одна комната, двухспальная кровать, Димон тут сушит. Телевизор, холодильник, кондиционер, все свежее. Дима, пожалуйста. Вот, и вторая комната, если дети, у вас вот две полуторные кровати. Шкаф, тумбочка, санузел. Чистенько в домиках. Так, здесь, значит, санузел сделал. Все, горячая, да. Постоянно горячая вода. Санузел, блин. Все вот так. Бордюрчиков. Все хорошо. Парень, видно, недавно принимал душ. Балкончик. Да, это такая терраска. Посидеть, почитать.
угу. покушать, выпить кофе. Ну, довольно-таки неплохо. Так, ну и что, давай сейчас пойдем, значит, на тренировочную базу, на нашу. Самый основной объект, почему сюда сейчас привлекают именно спортсмены, которые занимаются кроссфитом. Ну, не только кроссфитом, тоже фитнесом, потому что здесь точно так же и йогу можно вести. Да, ко мне приезжают ребята, которые занимаются фитнесом, и йоги приезжали. Вот. Единственный мой, наверное, минус то, что я не раскручиваю Инстаграм. Просто на самом деле в этом году не было даже времени. Мы и турнир провели один, вот, неплохой. Ну, по крайней мере, ребята остались довольны. Ну, сейчас вот разведосы нам сделают рекламу, и этот ролик, я думаю, тоже репостнем. Вот, поэтому, ну, народу звонит, на самом деле, очень много звонит народу и уже начинает бронировать места на следующий год. Вот, поэтому, ребят, если кто-то соберется ехать, вы не откладывайте, пожалуйста, да, потому что заранее. Да, у меня ограничения в номерном фонде, а номеров немного, поэтому вот, чтобы я мог вас принять и расселить. Все, сейчас наш разговор будет только про площадку, только про оборудование, только про цены. Смотри, не переключайся, подписывайся на наш канал, занимайся спортом и ставь лайк. Ребят, а здесь я чуть-чуть уже Игорю сам позадаю вопросы. Так как честный обзор с Жабарычем, будем задавать, может, такие и неприятные вопросы, но Игорян нам будет на все ответить. Давай, ну, нам скрывать нечего, это что. Игорян, сзади нас находится вот этот шатер спортивный, да, о котором мы хотели рассказать. Так что передаю тебе слово, погнали. Вот, ну, на самом деле, вся эта история у меня появилась спонтанно, да, благодаря там моим товарищам, которые мне подали такую идею, и мы вроде приехали, начали вместе. Давай прям будем называть. Да, есть у меня два товарища, это Виталий Крудаковский и Даниил Вдовикин, да. Вот в свое время Даня предложил, говорит, Игорян, давай в Крыму сделаем базу неплохую, ну, базу для занятий кроссфитом, нам там... Даня говорит, что, значит, нам пообещали и шатер сделать можно, и территория есть, вот, где это можно сделать. Я вроде как согласился, после чего мы поехали, посмотрели все это, но по локации это не очень удобное место было, это был старый Казантип, вот, жилья на территории не было, значит, питание было тоже далеко, ну и, соответственно, не было там, даже если бы там сделал кто-то, поставил этот шатер, то не факт, что на следующий год не сказали.